Здравствуйте, в эфире прогноз погоды. Ученые уверены, что в будущем лет через 50, которые обещают быть довольно жарким, будут процветать северные экосистемы. Потепление полностью преобразит тайгу. В ныне почти безлюдной местности появятся представители флоры и фауны, а также человек. К счастью, в ближайшее время не стоит беспокоиться о чрезмерном повышении температурных данных. Жители и гости Крыма могут рассчитывать на комфортные климатические условия. Какой погода обещает быть на полуострове в ближайшие сутки, предлагаю услышать сейчас. На западном берегу жаркий день без намека на осадки. В Черноморском температура воздуха днем плюс 30, ночью плюс 24. В Евпатории и Саках такие же температурные показатели. Днем плюс 30, ночью плюс 24. Солнечно на протяжении всего дня в Севастополе, без осадков. Температура воздуха днем плюс 33, ночью плюс 24. Ясный день в Бахчисарае, 33 градуса тепла днем, ночью 21 с показателем плюс. На южном берегу Крыма туристический бум. И неудивительно. Солнечная погода и отсутствие осадков способствуют. В Ялте, Алуште днем плюс 30, ночью плюс 25. В Феодосии и Судаке сухой и жаркий день. Днем плюс 30, ночью плюс 24. Солнце щедрое, небо чистое в Керчи. Днем плюс 28, ночью плюс 24. В северной части Крыма у погоды стабильное настроение. Жарко, солнечно и без осадков. В Джанкое и Красноперекопске днем плюс 30, ночью плюс 24. Ясно в Армянске. Днем плюс 29, ночью 24 градуса тепла. В центральной части Крыма и Симферополе сухая погода и безоблачное небо. Днем 32 градуса тепла, ночью плюс 22. Самый точный прогноз крымской погоды на нашем телеканале. Оставайтесь с нами!